Ну, от я поговорю зараз з експертом про столичних школярів, тому що от старші класи ми знаємо, що вже з четверга пішли на канікули. Ну, а з понеділка молодша школа залишатиметься вдома, починаються канікули, а після того до 9 квітня, принаймні, як зараз зазначає столична влада, буде дистанційне навчання, знову ж таки, для старшої школи. Молодша школа знаходитиметься в приміщеннях з 1 по 4 клас, уроки відбуватимуться офлайн. Ну і тим не менше, батьки все одно працюватимуть, не зможуть сидіти з дітьми на канікулах. І от буває таке, що у нас якраз під час того, коли ми не контролюємо наших дітей, вони якраз і заходять в усілякі соцмережі, дивляться ті відео, які нам би не хотілося, щоб вони бачили. І от як проконтролювати свою дитину, щоб вона все ж таки не відвідувала незрозумілі сайти і не спілкувалась із незнайомцями. Зараз ми поговоримо із експертом. Це експерт з кібербезпеки Руслан Болгов. Пане Руслане, вітаю вас. Добрий день, Руслан Болгов. Да, Руслан Болгов. Скажіть, будь ласка, от щодо безпечного онлайн-середовища, яким чином його створити для дитини? Чи потрібно встановлювати обов'язково програми, які відстежують за сайтами, які відвідує дитина, або обмежують навпаки використання деяких сайтів? Перше, для себе повинні зрозуміти основне. Это ваш собственный пример. Для чего вы даете гаджет и девайс ребенку, и для чего он вообще необходим? Если вы даете этот девайс ребенку для того, чтобы он от вас отстал и не придавал к вам каких-то отношений, не приставал к вам, то потом отучить будет невозможно. Устанавливать какие-либо программы для отслеживания, это, конечно, все это возможно, но это нужно делать с разрешения ребенка. Как бы вы этого не хотели, то, что вы там старший или умнее, нет. Он вас еще может научить многому. На ребе с ребенком нужно быть на одной волне. К сожалению, этот карантин и все эти меры очень сильно влияют на психику ребенка, потому что его лишают социума. И когда ребенок уходит из социума, он уходит в онлайн. И родители этому способствуют. Поэтому должно быть время, которое находится без гаджетов. Девайсы должны ночевать отдельно от детей, это в обязательном порядке. Приучить себя по времени без девайса, то есть вы берете, например, суббота, выходной день, все отложили, у меня вот кнопочный телефон есть, основной телефон я отключаю, оставляю его дома. И с детьми мы общаемся полностью. Так кто нужен, тот созвонится. Поэтому программы в теории поставить возможно. Ну, це все треба зробити согласовано з дітьми. Мені здається, що ви зараз от якраз даєте поради більше як батько. Я вас розумію, звичайно. Потрібно все ж таки мати якусь цю довіру з дітьми для того, щоб з ними обговорювати, пояснювати і так далі. Ну, але якщо, ну, немає у батьків цього часу, так? От буває, встановили програму і сподіваються на те, що ця програма буде обмежувати якісь заборонені сайти, буде обмежувати час використання гаджету. Чи, ну, справді ці програми працюють? Да, эти программы работают, их можно установить. Есть родительский контроль, разные программы есть, Google Family, например. Вы все это устанавливаете, контролируете полностью время ограничения провождения в ребенка, ограничите неправильный контент. Вы можете это точно прописывать, чтобы были запрещены те или иные сайты, которые вы, ребенок ваш может посещать. Вы можете удаленно контролировать непосредственно время проведения ребенка в телефоне, вы можете его отключить удаленно. И все это фиксировать. Но опять же, если вы это все устанавливаете и делаете, это должно быть согласие ребенка, и вы должны объяснить ему то, что вы доверяете ему, но вы не доверяете окружающему миру. Поверьте, если будет очень большое количество запретов, он найдет способ их обойти. Потому что найдет гаджет у соседа, найдет девайс у одноклассника, и каким-то способом это будет. Левыми деньгами найдет купить себе еще один телефончик и будет втихаря от вас этим заниматься. Поэтому это все возможно, но сообща. Так, пане Руслане, єдине уточнення, я бачила, от батьки розповідали про те, що вони теж дитині встановили таку програму, але якимось чином, коли от демонструється реклама, там, наприклад, в Ютубі, то можливо якимось чином ці програми обійти. Це правильно чи це якось не так пояснили? Нет, программы обойти возможно. Есть сейчас определенные жесткие правила и алгоритмы во многих социальных сетях, в том же самом и YouTube, где четко прописан контент, который можно смотреть детям, который нельзя смотреть детям. Это есть правила ограничения. Поэтому нужно понимать, как правильно регистрироваться в данной сети и какие возрастные ограничения вы устанавливаете. Реклама будет соответствующего контента для ребенка. Если этих ограничений и правил не установлено по безопасности, то, естественно, ребенку может выпасть тот контент, который будет нежелателен.
Дякую вам дуже за ваші поради. Руслан Болгов, експерт із кібербезпеки, був з нами на прямому зв'язку.